Медитация 134. Верьте глазам. Никогда ни во что не верьте, пока не пережили этого сами. Никогда не перенимайте предубеждений, даже если весь мир говорит, что что-либо так, а не иначе, пока не столкнетесь с явлением лично. Великий индийский мистик Кабир сказал: «Никогда не верь ушам, верь глазам. Все, о чем вы слышали, ложно. Истина лишь увиденная своими глазами. Пусть эти слова будут для вас постоянным напоминанием, потому что нам, человеческим существам, свойственно ошибаться в том, что мы говорим». Мы составляем часть этого безумного мира. Безумие есть внутри каждого человеческого существа. Не позволяйте ему быть сильнее вас. Нужно помнить об этом постоянно. Хотя это тяжело, потому что быть предубежденным очень удобно и просто. Предубеждения достаются бесплатно. Истина драгоценна. Она дорого стоит. Платить приходится большую цену. По существу, вам придется поставить на карту всю жизнь. Тогда вы ее достигнете. Но только истина освобождает. Поэтому, глядя на других людей, видя их умы, всегда помните, что точно такой же ум скрыт и в вас самих. И никогда его не слушайте. Он будет вас убеждать, он будет приводить доводы, пытаться склонить вас на свою сторону. Просто скажите ему: «Я посмотрю сам, я еще жив. Я пойду и сам испытаю все, что необходимо».